Ежегодный конкурс «Дошкольный педагог района» можно действительно назвать грандиозным событием. Он проходит в рамках регионального конкурса «Воспитатель года Подмосковья» и всероссийского конкурса «Воспитатель года России». В финал лучших из лучших вошли 8 воспитателей из разных поселений Одинцовского района. Перед началом масштабного концерта в фойе волейбольного центра работали интерактивные площадки, подготовленные финалистами конкурса. Девиз, наверное, нашего детского садика, чтобы помогать, и человек не остался один. Потому что конкурс все-таки это ответственное такое мероприятие, и к этому конкурсу готовились мы все вместе. И родители, и воспитатели, и наша администрация, и дети в том числе. Открыл праздник вокальный коллектив «Дети солнца» Одинцовского центра эстетического воспитания. Поздравил лучших дошкольных педагогов района и спортивный танцевальный коллектив «Тет-а-тет». Ну а это уже совместный танец участниц конкурса. Глядя на молодых, веселых и бодрых воспитательниц, создается впечатление, что между ними царит дружеская конкуренция, а соревнование несет в себе творческий характер. В этом году темой районного конкурса стали танцы. Классический вальс, испанский пасодополь, страстная румба и зажигательный рок-н-ролл. Вместе с участницами танцевальными ритмами проникся и полный зрительский зал. Усидеть на месте было просто невозможно. После концертной программы началась торжественная часть. Приятным сюрпризом стало и то, что поболеть за своих конкурсанток приехали главы поселений. Поприветствовать участников и финалистов конкурса, а также наградить их памятными подарками и грамотами вышли первые лица района. Конкурс – это энтузиазм. Конкурс – это смелость. Потому что сказать «я», что я буду защищать свое образовательное учреждение, это дорогого стоит. Конкурс – это проверка команды. Как слаженно вы работаете в команде, друзья. Конкурс – это праздник, и мы его сегодня увидели. Глава района Андрей Иванов поблагодарил дошкольных педагогов за хорошую работу, терпение и любовь к своей профессии. Сегодня, по его словам, руководство Московской области и Одинцовского района делает все необходимое, чтобы обеспечить педагогам комфортные условия работы. Всем финалистам конкурса «Дошкольный педагог 2016» глава района вручил сертификаты на денежные премии и дипломы управления образования. Наша система дошкольного образования растет и развивается, а вместе с ней растет и армия наших воспитателей. По количеству учреждений и численности воспитанников Одинцовский муниципальный район в лидерах в Подмосковье. Сегодня в нашем районе работают 83 дошкольных учреждения, а за последние 2 года мы приросли в детских садах на 14 объектов. Это тоже серьезное достижение. За 2 года 14 детских садов. Кульминацией праздника стало объявление победителя. В этом году звание лучшего дошкольного педагога досталось старшему воспитателю детского сада номер 31 Барвихинского сельского поселения Ольге Краминой. Она получила море цветов и подарков. А традиционную хрустальную жемчужину педагогу вручила прошлогодняя победительница Юлия Смирнова. Я очень рада, конечно же. Вот, но если бы не мой коллектив, знаете, как говорил Исаак Ньютон, если бы я не стоял на тех великих и могучих гигантах, наверное, меня бы не было. Так и здесь. Вот это мои могучие гиганты. Это руководитель нашего детского сада, Водовозова Вера Николаевна, моя дочь и семья, мой коллектив любимый, самый лучший на свете коллектив. Екатерина Старосветская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».